нас в Украину заказ камончика Altos de Iberia. И смотрите, я хочу вам вот объяснить, как мы выбираем хамон. Что такое самый лучший хамон выбор? Вот из этих хамонов я беру самый лучший. По каким критериям? Я хочу, чтобы у него была правильная форма. Чтобы он был как бы более красивый на вид. Например, вот если взять для сравнения вот этот хамон, он будет ничем не хуже, но вы видите, у него есть как бы дефекты. Это даже не дефекты, он примятый был при перевозке. Оно ни на что не повлияет. И пока есть возможность, я выбираю из того, что есть, самое красивое и самое лучшее. Вот эта вот мушка. Она не сухая здесь. Не слишком такая прям жиром заплывшая здесь. Вот я считаю, вот это на данный момент, между вот этой и вот этой, ну здесь вот я вижу вмятинку, она опять же ничего роли не сыграет. Но хочу клиенту, если есть возможность, как можно лучше, я выберу как можно лучше ножик. И, соответственно, чем меньше ножек, тем сначала мы упускаем вид первым делом. Внешний вид уже не так будет играть значение, как вкусовые какие-то качества. И вот таким образом идет отбор. И выбирается, когда есть выбор самое лучшее, как по красоте, так и по качествам вкусовым. В общем, это ножка Украины.